Дорогие друзья, в уходящем году мы праздновали 210-летие самого известного польского композитора всех времен Фредерика Шопена. Сегодня мы хотим вас пригласить на специальную авторскую программу польского пианиста Войцеха Валечика, который исполнит не только композиции классика польской музыки, но и сочинения Войцеха Киллера, другого известного польского композитора, автора музыки к многочисленным фильмам.